Наш мир, в сущности, довольно тесен, и с каждым днем становится все теснее и теснее. Такие слова очень любят писать журналисты, возвращаясь из заокеанских поездок. И в самом деле, 10-12 часов полета, и, пожалуйста, Гавана, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро. Но интересно вот что. Большинство не летает за океан. И все-таки ощущение такое, что Америка близко. Почему? Я думаю, что это ощущение создают не реактивные самолеты, не Ту-114, Боинги, Каравеллы, а Хемингуэй, Драйзер, Дос Пассос, Колдуэлл, Фолкнер, Стейнбек. Те, которые лучше всяких правительств, дипломатов, представляют в наших глазах просто Америку. Америку просто людей, а не Америку оплот мирового империализма. И благодаря их книгам мы не только знаем эту Америку, знаем, какая она есть, но и ощущаем ее как часть человечества, к которому, в конце концов, все так или иначе принадлежим. И нам не безразлично, поймает ли хемингуэевский старик свою большую рыбу, потому что в каждом из нас есть что-то от этого старика. И нам не безразлично, доберется ли до богословенной Калифорнии голодающее семейство Джоудов. Это герои романа Стейнбека «Гроздья гнева». Я помню, когда этот роман вышел впервые на русском языке, это было в 40-м году, я был еще мальчишкой, но я помню, с каким увлечением читали эту книгу взрослые. И сейчас, в 1963 году, нам точно так же не безразлична судьба Итана Аллена Хоули, героя последнего романа Стейнбека «Зима тревоги нашей». Перестань дурачиться, Итан. Опять проявляешь свой комический талант. Мышка, мышка, выходи за меня замуж. Ну, успел проснуться и сразу за свое дурачиться. Новый день нам год приносит. Вот уж утро настоял. Так и есть. Сразу свое. Ты помнишь, что сегодня Великая Страстная Пятница? Подлые римляне устраиваются по команде у подножия Голгофа. Перестань кощунствовать. Марула разрешит тебе закрыть лавку ровно в 11. Милый цветочек, Марула католик, к тому же итальяшка. Скорее всего, он туда и носа не покажет. Угу. Я закрою лавку на перерыв в 12 и не открою, пока не кончится казнь. Пилигримов тебя заговорили нехорошо, так. Глупости, букашка, это вам не пираты заговорили. Угу. Никакие они не пираты. Ты мне сам рассказывал, что твои предки китоловы. И что у них даже были какие-то документы еще со времен континентального конгресса. На судах, которые не обстреливали, их называли пиратами. А таримская солдатня называла казнь казнью. Ну вот, рассердился. А я больше люблю, когда ты дурачишься. Да, я дурачок, кто этого не знает. Вечно ты меня сбиваешь с толку.
тебе есть чем гордиться. Пилигримы, колонисты и шкиперы китобойных судов. И все в одной семье. А им есть чем? Что, не понимаю. Могут мои знаменитые предки гордиться, что произвели на свет какого-то паршивого продавца в паршивой итальянской ловчонке в том самом городе, где они когда-то всем владели? А ты непростой продавец. Ты почти как управляющий. Что? Ты ведешь всю бухгалтерию. Ты сдаешь деньги в банк, ты сам все закупаешь. Да, все правильно, все верно. Сам подметаю лавку, выношу мусор, присмыкаюсь перед Марула. И будь я вдобавок еще паршивой кошкой, мне полагалось ловить мышей в Марула. Надо так говорить, страстную пятницу, это нехорошо. Да. Посмотри, лучше не встали ли ребята. Да, дожидайся. Лежу в оке несчастные. Давай их разбудим и выпарим. Ну, тебя, Ицу. Ты знаешь, Марджи Янгханг сегодня будет гадать мне. Марджи на кофейной гуще? Янгханг, вот она какая. Всем дарит улыбки, красоту. Ты знаешь, если бы я была ревнивая, говорят, когда мужчина притворяется, будто он не смотрит ни на одну хорошенькую девушку. Это она-то девушка, у нее двое мужей было. А второй умер. Мне пора завтракать. И ты веришь в эту чепуху? А ты помнишь, она мне нагадала про моего брата. Кто-то из ваших родственников, из самых близких. Кто-то из моих родственников и самых близких получит хорошего пинка в зад, если сию секунду не подаст на стол. Иду, иду. Яичницу? Ну, допустим. С добрым утром, сэр. Я Итан Аллен Хоули. Мы как-то вместе с вами справляли свои нужды. А я вот стоял и смотрел на свой дом. Умели строить в прежние времена. А хитрое это и дело-то с их-то денежками. Ворвань со всех морей и океанов и спермацет. Что такое спермацет, вам известно? Видимо, нет. Это прозрачное, чудесно пахнущее розы, жироподобное вещество, содержащееся в щелепных полостях кашалота. Кашалота. Понимаешь? Читай Моби Дика, пес, мой тебе совет. Дашь отзыв об этой книге. Может, мой сын у тебя что-нибудь почерпнет? Он даже не сумеет правильно писать слово спермацет. И не только это слово. Продавец в бакалейной лавке. В бакалейной лавке Марулла. Человек, у которого жена и двое любимых деток. Когда он бывает один? Где и когда он может остаться один? Днем покупатели? Вечером жена и ребятишки ночью? Жена? Днем покупатели, вечером жена и ребятишки. В ванной? Вот где. И сейчас, пока я не открою этот шлюз. О, терпкий дух, мысли вслух, неряшливая дурашливость этих минут, этих чудных и чудных минут. Внемлите мне, увы, консервированные груши, маринады и пикули. Когда же настало утро, собрали старейшины народа, первосвященники и книжники и ввели его в свой синедрион. Когда настало утро. Рано приняли за дело сукины дети. Ни одной лишней минутки не упустили. Как там дальше? Было же около 6 часа дня. По-нашему, это, наверное, полдень. И сделалась тьма по всей земле до 9:30. И померкло солнце. Как все это я помню. Ай-яй-яй-яй. Боже милостивый, долго же пришлось ему умирать, мучительно долго. Сейчас ты мне ничего не скажешь, Мэри, или пешечка моя?
А? Может быть, ты из Черри Иерусалимских, а? Не плачьте обо мне, рек он, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? До сих пор не могу спокойно слышать. Но шестой час еще не наступил. Еще рано, еще рано. Цветная капуста продается на вес. Швыряешь деньги в мусорный ящик. Думаешь, я ничего не вижу. Я с тележки начал и все знаю. Учись ловчить, мальчуган, не то прогоришь. Да, мистер Марула. Теперь мясо. Слишком дорого платишь оптовикам. Но мы же рекламируем, что говядина у нас высший сорт, а? А, высший сорт. Первый сорт, какая разница? В прескуранте написано, и дело с концом. А теперь о самом важном. Должники нас душат. Кто не уплатит 15-му кредит, закроешь. Да, но это надежные люди, почти все надежные. А что значит надежные? Раз не платят, значит не очень надежные. Верно, хорошие люди, но деньги тоже хорошая вещь. В баке слишком много обрезков. Это сало и кожа. Если сначала счистить, а потом отвесить, тогда другое дело. О себе не мешает подумать. Сам о себе не подумаешь, кто о тебе подумает? Я не мошенник, Марул. А кто тут мошенники? Это правильная торговля. Если торговать, так только правильно. Ты думаешь, когда мистер Бейкер платит по чекам, он что-нибудь в придачу дает? Хоули живут здесь с середины 18 века. И мы всегда ладили с соседями. А вы прилезли сюда из Сицилии и воображаете, что вам здесь удастся все повернуть на свой лад? И не смейте называть меня мальчуганом, не то получите по физиономии. Ты думаешь, Марула, просто итальяшка, шарманщик, макаронщик. Марула родом из Рима. Мое имя, может быть, насчитывает 2000-3000 лет. 200 лет, подумаешь. Да, но вы не здешний. 200 лет назад твои тоже были не здешние. А, бросьте разговор. Правильная торговля. Я учу тебя торговать. Мне 68 лет. Жена умерла. Артрит. Очень больно. Слушай, мальчуган, я тебя учу торговать. Может быть, ты не научишься. Многие так и не научились и терпят крах. Слушай, может быть, ты слишком доверчивый, слишком по-дружески. Деньги и дружба – это совсем разные. Деньгам нужна не дружба, а еще деньги. А, вздор, Марула. Мало ли я знаю дельцов, которые дружелюбные и приветливые, вообще достойные люди. Можете называть меня мачуганом, если вам так нравится. Достойные люди? Когда дело в стороне, тогда да. Ты, мальчуган, сам узнаешь, когда узнаешь, будет поздно. Я учу тебя, как в школе. Вот такой он человек, Итан Аллен Хоули. Чудак, неудачник, идеалист, страдалец за грехи рода человеческого. Филолог по образованию и бокалейщик по роду занятий. И вот, как это не покажется невероятным, но этот самый человек за неполных 3 месяца, начиная вот с этого самого утра Страстной Пятницы, убьет друга детства, точнее, сознательно и в корыстных целях будет способствовать его смерти, предаст своего хозяина и чуть не ограбит банк. Если не ограбит, то по независящим от него обстоятельствам.
Вот об этом роман. О страданиях и падении доброго, благородного человека в жестоком и несправедливом мире. С чего же все начинается? Ответить на этот вопрос нелегко. По Стейнбеку, да, наверное, и на самом деле в жизни, начал и концов нет. Все так или иначе связано в пространстве и во времени. Во-первых, человек живет не один. Мне и 2 лет не понадобилось, чтобы прогореть дотла. Я знаю, Итан. Ведь вы же держите деньги у меня в банке. Врач проверяет ваш пульс, а я ваш текущий счет. Еще бы вам не знать, мистер Беккер. Я ушел под воду на самое дно. Это первый случай в истории, чтобы член семьи Хоули служил бакалейщиком в какой-то итальянской ловчонке. Вот тут я отказываюсь вас понимать, Итан. Крах может потерпеть каждый, но как не преодолеть в себе этого вам, человеку из рода Хоули, из такой среды, с таким образованием? Что вас подкосило, Итан? Подкосило и не дает выпрямиться. Проститесь, Итан, я не намерен щадить вас. Где ваша память старого шкипера Хоули? Вы в долгу перед его памятью. Я хочу вам помочь, Итан. Мы снимем с вас этот фартук. Вот в чем ваш долг перед старым шкипером Хоули. Он не поверил бы собственным глазам, увидев вас в таком наряде. Мы снимем с вас этот фартук. У нас в Ньюбитауне скоро начнутся интересные дела. И вы могли бы принять в них участие. Вы предлагаете мне надувать человека, у которого я работаю? Нет, нет, вы меня не поняли. Марула тут ни при чем. Эти 5% будут наличными, никаких чеков, никакой отчетности, никаких неприятностей из-за налогов. Самые, что ни на есть, свеженькие зелененькие листики перейдут из моей руки в вашу, а из вашей руки прямо к вам в карман. Где же тут надувательство? Марула ничего не теряет, а вы немножко подрабатываете. Подрабатывать каждый имеет право. Не валяйте дурака. Все так делают. У вас просто шторы спущены. Слушайте, Джой, этот тип предлагает мне 5% от каждого заказа, переданного в фирме. Шикарно. Вот разбогатеете, и давно пора. Выставляете Кока-Кола ради такого дня. Неужели вы считаете, что я должен пойти на это? А что-то особенно. Ведь цены ну и повысят-то. И кто-то этого теряет. Уж не думаете ли вы отказываться этим? Я еле удержался, чтобы не дать ему пинка в зад. Ну, кто еще на такое способен? Только вы, да динозавры. Он сказал, все так делают. Слушайте, я вас жизнь не понимаю. Чего тут мудрите? Если бы еще обирали вашего Марула, я бы сказал, что это не совсем порядочно. Но ведь дело обстоит не так. Вы оказываете им любезность, они оказывают вам. А их любезность такая хрустящая, зелененькая. Не будьте идиотом. У вас жена, дети, надо же о них подумать. Воспитание детей что-то не дешевеет и не предвидится, чтобы подешевело. Мне просто не терпится рассказать тебе. Маджи Янгханг сегодня гадала мне 3 раза подряд, потому что у нее в жизни никогда так не было. Что с тобой? Да устал немного. Так у тебя же было 3 часа перерыва. Ну, мало ли там дел. Ну, надеюсь, мы сегодня не в миноре. Такой же день минор. День сегодня замечательный. Понимаешь, 3 раза подряд. Я сама видела, какая шла карта, и ты знаешь, что она мне нагадала. Ты никогда не догадаешься. Мое богатство — это ты, Итан.
ты будешь самый богатый человек во всем городе. Это очень-очень скоро сбудется. Будешь самый важный. Какую бы карту она ни вкладывала, все деньги, 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 ты разбогатеешь. Прошу тебя, Мэри, остерегись. Ну, она так и сказала. Ваше богатство, это Итан. Он будет очень богатый человек. Может быть, самый важный во всем городе. Неужели ты так любишь деньги, зайчонок? Люблю ли я деньги? Нет. Деньги я не люблю. Но вечные заботы я тоже не люблю. Я хочу держать высоко голову в этом городе. Я хочу, чтобы мои дети не чувствовали себя хуже других, потому что они одеваются не так, ну, как некоторые. Я хочу высоко держать голову в этом городе. И если бы не твои старомодные, выспренные понятия, ты бы давно выкарабкался на поверхность. Над тобой все насмехаются. Джентльмен без денег все равно, что босяк. А что, думаешь, приятно жить без мотоцикла, когда, может, 20 мальчишек раскатывают на мотоциклах? А что, думаешь, приятно, если дома не то, что машины, телевизора даже нет? Папа, когда ты разбогатеешь? Мне всегда не по себе в Страстную пятницу. Еще в детские годы у меня сжимало сердце, когда я думал не о крестных муках, нет, но о нестерпимом одиночестве распятого. Нынешний год тоска особенно сильна. Невольно ведь переносишь все на себя, и кажется, это о тебе идет речь. Я слышу эти слова, и в них звучит такое одиночество. Господи, зачем ты оставил меня? Накануне ухода в армию и ночь накануне свадьбы с Мэри. Меня всегда тянет сюда накануне перемен. Больших перемен. И каждый раз, сидя в убежище, глядя, как накатывается на берег волна, черная от ночного неба, я задумываюсь о том, у каждого ли есть свое убежище, и каждому ли оно нужно. Или, может быть, есть такие люди, кому оно нужно, и у него его нет. Мне иногда случалось ловить чужой взгляд, полный тоски, как у затравленного животного. И казалось, что эта тоска по-тихому, недоступному для других уголку, где улеглось бы душевное смятение, где можно побыть наедине с собой и разобраться, что к чему. На этот раз скопилось много вопросов, в которых нужно разобраться. Если они выскакивают наперебой, требуя внимания, точно школьники, выучившие урок. Марула правильно объяснил мне, что значит делать дела. Это значит делать деньги. И Джой Морфи тоже так прямо мне и сказал. И мистер Бейкер, и коммивояжер. Все они так прямо и говорили. Почему же это вызвало мне такое отвращение, оставило словно вкус тухлого яйца во рту? Что я такой уж хороший? Добрый, справедливый, вряд ли. Может быть, я чересчур горд. Пожалуй, не без этого. Или я просто ленив. Слишком ленив, чтобы взяться за что-то. Что если мое скромное служение бакалея, которому не видно конца, отнюдь не добродетель, а следствие душевной ленности? Успех требует отваги. Может быть, я просто робею, опасаясь, как бы чего ни вышло, словом, ленюсь. Дорогие коллеги,
А может быть, слабым местом тут является доброта? Марула говорит, что деньги не имеют души. Не следует ли из этого, что для человека, имеющего дело с деньгами, доброта всегда слабость? Как ваше мнение, маринованная свекла? Если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, значит, все относительно в этой относительной вселенной. Нормы поведения, нравственность, понятие греха. Иначе быть не может, от этого никуда не уйдешь. История показывает, не важно, откуда у тебя деньги, важно их иметь. И с их помощью наживать еще. Наш с вами господин и повелитель, наследник славного римского имени Марула, совершенно прав. Когда дело касается денег, для нормальных правил поведения наступают каникулы. Почему я люблю разговаривать с вами? Он черт знает, как одинок, этот добрый человек в жестоком мире. Как жить, когда все, во что он верит, рушится на глазах? Когда, признавая на словах одно, добродетель, справедливость, честность, большинство живет совсем иначе, совсем по другим правилам. Когда даже самые близкие, самые любимые не понимают его, надсмехаются над ним, над всем, во что он верит. Можно ли и нужно ли оставаться честным, порядочным, в жестоком, несправедливом мире? Это старый, что называется, проклятый вопрос, который мучил еще Достоевского, который мучает многих и по сию пору. Пьеса Брехта «Добрый человек из Сычуани», она об этом. И фильм Висконти «Рокко и его братья», там тот же вопрос, та же драма. Но только князь Мышкин у Достоевского и Рокко в фильме Висконти, они тверды в своих принципах и безропотно переносят все те страдания и насмешки, которые выпадают на их долю. А Итан Аллен Хоули, он из другого теста. Конечно, он не стяжатель, нет. Но ведь каждому же хочется, чтобы его уважали окружающие, те, чьим мнением он дорожит. И, может быть, в первую очередь, чтобы он сам себя мог уважать. А в той обстановке, в которой живет Итан Хоули, для большинства самый прямой, самый короткий путь самоутверждения – это деньги, бизнес. А легко ли идти против взглядов большинства? И тут происходит еще одна встреча. Встреча с Дэнни Тейлором, человеком, который когда-то был его ближайшим другом. Дэнни, мое больное место. Мало того, меня за него совесть мучает. Я должен был помочь ему. Я и пытался, да разве он дастся? Дэнни мне все равно, что брат родной. Мы вместе с ним выросли, одних лет. Рост, сила, все у нас одинаковое. Может быть, от того меня и мучает совесть. Ведь я сторож брата моему, а уберечь его не смог. Ит. Извини меня за беспокойство. Пожалуйста, извини. Но мне необходимо прополоскать мозги. Сам знаешь, если бы не нужда, не спросил. Знаю. Может, не знаю, но верю. Хватит? Спасибо тебе, Ит. Да, на это я смогу продержаться целый день. А может, еще и ночь. Дэнни, надо тебя бросать с этим. Ты думаешь, я забыл? Ты ведь мне был как брат родной. Да ты и теперь мне как брат. Я все на свете сделал бы, чтобы помочь тебе. Во-первых, я не люблю, когда суют носу мои личные дела. А во-вторых, у тебя у самого гроша нет за душой, Итан. Ты такой же калека, как и я. Только у нас увечья разные. Ну, выслушай меня, Дэнни. С какой стати? Да мне, если хочешь знать, лучше, чем тебе. У меня есть козырь на руках. Помнишь нашу загородную усадьбу? Вот эта земля и сейчас моя.
Дэнни, ты мог бы продать ее и начать новую жизнь. Я не хочу продавать. Каждый год у меня отрезают по кусочку в счет налога. Но большой лук еще мой. Ну, послушай, Дэнни... Не хочу ничего слушать. Если ты воображаешь, что купил за свой доллар право читать мне нравоучения, на, возьми его обратно. Оставь себе. Ладно, оставлю. Но не берись судить о том, чего не понимаешь. Ты никогда не пил запоем. Я ведь тебя не учу резать ветчину. Наступай себе. А я тут забегу в одно местечко, где найдется, чем прополоскать мозги. И помни мои слова. Мне лучше, чем тебе. Я, по крайней мере, не стою в фартуке за прилавком. Тут все бьет в одну точку. Ведь, в принципе, если не лезть, не стремиться к успеху, то надо бросить все и стать Дэнни Тейлором. Иного выхода как будто нет. Все бьет в одну точку. И пусть даже каждый удар сам по себе не очень силен, вызывает небольшие колебания. Но эти удары, они следуют один за другим, колебания накладываются одно на другое, энергия их растет, получается то, что в физике называют резонансом. А резонанс – штука опасная. Человек начинает меняться на глазах, его, что называется, выбило из колеи. Рушится власть привычки, отваливаются какие-то многолетние штампы поведения. И в такие дни мы склонны к самым неожиданным, самым, казалось бы, нелепым порой поступкам. Вот такое происходит с Итаном. Он еще ничего не сделал, но, в принципе, уже готов на самые неожиданные вещи. И вот, может быть, это мелочь, но характерная мелочь. Вдруг ни с того ни с сего он угощает молоком бродячего кота, с которым у него долголетняя война. Каждый раз, когда Итан открывал дверь лавки, кот пытался прошмыгнуть внутрь. И каждый раз Итан его прогонял. А в это утро вдруг решил удивить, выставив жестянку с молоком. Но кот, он рутинер. Он поступает абсолютно так же, как сам Итан Хоули накануне с коми-вояжером. Он отвергает этот неожиданный дар. И такое происходит не только с Итаном Хоули. У Марула, его хозяина, тоже начинается качка. Он тоже делает что-то странное. Впервые за 12 лет вдруг ни с того ни с сего он приходит к Итану домой и внутрь войти ни за что не хочет, стесняется. Входите, входите. Я на минуту. Я слышал, этот тип предлагал тебе заработать. Да. Я слышал, ты его выгнал вон. Это кто это вам доложил? Не скажу, нельзя. Ну так что же, собственно, вы намекаете, что и зря отказался, что ли? Ты молодец. Может быть, вы мне просто мало посулил. Шутишь? Молодец. Молодец. Вот и все. Возьми. Гостиниц ребятам. Ну, что он? Да, принес гостиниц ребятам. Марула принес гостиниц? Быть не может. Но тем не менее. С чего это он? Никогда с ним раньше не бывало это. Ну, наверное, от любви ко мне. Что с тобой? С тобой что-то происходит. Ага, значит, заметно. Может быть, я не все знаю. Гусиная травка. На свете 8 миллионов вещей, которых мы с тобой оба не знаем.
Итак, мелкие грешки простительны. Но почему же тогда не отпустить самому себе преступление, совершенного одним махом? Смело, без сантиментов. Неужели медленное, постепенное выжимание соков из человека лучше, чем быстрый благодательный взмах ножа? А если мне отменить, но только на время все законы, до одного, не ограничиваясь двумя-тремя? Разве их нельзя будет восстановить после того, как цель будет достигнута? Ведь бизнес, та же война, это факт неоспоримый. Почему же тогда не объявить тотальную войну ради достижения мира? Если я отменю все законы и правила, без шрамов в ней не обойтись. Но чем они будут хуже тех, что остались у меня после всех моих неудач? Ведь жить — это значит покрываться шрамами. Что ж, ни мы первые, ни мы последние. Но если я открою эту дверь, удастся ли мне снова захлопнуть ее? Не знаю. И не смогу узнать, пока не попробую. Я сам не знаю, что я больше люблю, чай или церемонию чаепития. А помните, сколько раньше было разных сортов чая? И в каждом доме свой рецепт. А теперь осталось только два сорта, индийский и китайский. То китайский не всегда найдешь. Благодарю вас. Я заснул после церкви и во сне увидел Дэнни Тейлора. Я знаю, мне нужно было быть сторожем брата моему Дэнни. Итан дает ему деньги. По-моему, этого не следует делать. Он все равно их пропивает. Следует, не следует, как знать. Потом много ли я ему даю? Кое-когда по доллару. И все. А что можно сделать на доллар? Напиться и больше ничего? Если бы я дал ему сразу крупную сумму, а может быть, он бы и вылечился бы. Кто на такое решится? Это все равно, что убить его. Как вы считаете, мистер Бейкер? Да, бедняга. И ведь из такой хорошей семьи. У меня душа болит, когда я вижу, до чего он дошел. Но Мэри права. С деньгами он совсем сопьется и вгонит себя в гроб. Но он и так сопьется. Но я для него не страшен. У меня крупных сумм нет. Тут важен принцип. Самое подходящее место для него в лечебнице, где за ним был бы надлежащий уход. Тон, голоса, скрытая в них воля тех троих, что сидели со мной рядом, поставили крест на Дэнни Тейлоре. Некоторым людям, видимо, нужен дом. Нужна семейная история, чтобы они уверовали в собственное существование. Хотя даже в самом лучшем случае это не бог весть какая заручка. Потому-то бедняга Дэнни так цеплялся за тот луг, где когда-то стоял дом Тейлоров. Без этого луга нет семьи. А скоро не останется даже имени. А если у меня не будет дома, на мне тоже поставят крест. Мэри, помогите мне выбрать обои для нашей спальни. Ой, я право не знаю. Я очень ценю ваш вкус. Пройдемте наверх, образчики там. Пусть мужчины поговорят о делах. Мистер Бейкер, вы предлагали мне свою помощь. С чего мне начинать? Беда в том, что начинать надо с капитала. Это я знаю. Если капитал будет, тогда что? То, что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами. Разумеется. Мне, как финансисту, известно, что Нью-Бейтаун будет расти. Развитие города во многом зависит от транспорта. Ну что ж, трансконтинентальную линию дотянут и до нас. Нет, и все-таки это слишком долгий путь.
Те, кто вам нужен, крупные дельцы с крупными капиталами, предпочитают путешествовать по воздуху. А у нас нет аэропорта. Вот именно. Мало того, негде его построить. Разве что срыть холмы вокруг города. Нет, это слишком дорогая затея, она не окупит себя. Тогда что же вы думаете предпринять? Итан, не обижайтесь и положитесь на меня во всем. Сейчас я ничего не могу вам сказать, но обещаю, если у вас будут деньги, вы не прогадаете. Конечно, нам с вами трудно привести все это в систему. А Итан Хоули, он только об этом думает. И в голове у него немедленно выстраивается логическая цепь. Аэродром, лук Дэнни Тейлора, единственное место для этого аэродрома, и владелец этого луга. Как нам говорил мистер Бейкер, с деньгами он совсем сопьется и вгонит себя в гроб. И миссис Бейкер тоже ведь явно неспроста толковала что-то там о лечебнице, о соответствующем заведении. Он понимает, что Дэнни грозит опасность. Он хочет предостеречь его, уберечь от всей этой своры. Но в то же время где-то на самом дальнем горизонте сознания прежде другая мысль, которую он гонит от себя. И тем не менее, в тот же вечер... Зачем ты пришел, Ит? Хочу помочь тебе. Будто ты не знаешь, что это бесполезно. Совсем болен? Думаешь, я сам этого не знаю? Еще как знаю. Лучше всех вас. Хочешь? Нет, Дэнни. А ведь это виски из дорогих? У меня есть друзья. Кто тебе его преподнес? Не твое дело, Ит. Мой друг завел со мной деловой разговор, а я его околпачил. Он только-только собирался начать, а я уже скис. Ему было и невдомек, как мало мне надо. А ты тоже с деловым разговором, Ит. Тогда я быстренько напьюсь до бесчувствия. Дэнни, ты меня любишь? Веришь мне? Ну, хоть сколько-нибудь любишь? Я бы мог сказать «да», Ит. И, конечно, люблю. Но ведь ты не знаешь, какой они народ, эти пьяницы. Если честно говорить, то ведь я пьянчуга, а пьянчуги больше всего любят виски. Если я достану тебе денег, ты будешь лечиться? Я бы мог сказать «да» тебе, Ит. Но ведь ты не знаешь, какой они народ, эти пьяницы. Деньги я возьму и пропью. Ну, а если их внесу прямо в лечебницу? Тебе же объясняют. Отправлюсь я туда с самыми благими намерениями, а через несколько дней сбегу. На пьяниц полагаться нельзя, Ит. Как ты это не поймешь? А потом у тебя же нет таких денег, Ит. Достану. Мэри получил наследство после брата. И эти деньги ты дашь мне? Да. Даже если я тебе говорю, не верь пьяницам. Даже если я тебя заранее предупрежу, что деньги я соглашусь взять, но сердце я тебе разобью. Да. Ох, Ит, не верь пьяницам. Когда я страшен, когда я как труп, мой хитрый умишка продолжает свою работу и работает против тебя.
Я тебе наврал, что я эскиз. Эскиз-то я эскиз, но про бутылку все помню. Стой, Дэнни, я перебью тебя. Не то тебе покажется, не то ты заподозришь меня. Кто принес тебе эту бутылку? Да. И хотел, чтобы ты что-то подписал, да? Да, но тут я эскиз. Вот об этом я и хотел поговорить с тобой. Что ему понадобилось? Ваш лук? Да. А почему ты до сих пор его не продал? По-моему, я тебе говорил. С ним я все еще джентльмен. Хотя джентльменским мое поведение теперь назовешь. Дэнни, не продавай его. Не поступайся им. А тебе-то что, почему не продавать? Это ценнейший участок. Беккер все знает. Иначе он не стал бы торговать его. А что в нем ценного? Это единственная ровная площадка вокруг города, где можно построить аэродром. Понятно. Вот, Дэнни, если ты продержишься, под тебе и начало новой жизни. Вылечишься, вернешься, а в гнездышке у тебя яичко. Яичко без гнездышка. А может, все-таки продать лук, а? А деньги пропить? А когда поднимется ветер, ветку прогнет, птенец желторотый в траву упадет. Тебе тоже понадобился наш лук, Итан. Ты за этим сюда пришел. Я хочу, чтобы ты выздоровел. Я и так здоров. Выслушай меня, Дэнни. Какой-нибудь голодранец волен поступать как ему угодно. Но ты не голодранец. У тебя есть нечто, чем весьма интересуется группа дальновидных граждан нашего города. Значит, они у меня в руках, и я их еще поманежу. А, ты ошибаешься, Дэнни. Имущий человек – драгоценный сосуд. Я уже слышал разговоры, что гуманнее всего было бы поместить его в соответствующее заведение, где ты будешь под присмотром. Не посмеют. Посмеют. Да еще возведут это в добродетель. Ну, ты же знаешь, как в таких случаях поступают. Судья, человек тебе известный, вынесет решение о твоей неправоспособности. Назначит опекуна. Я догадываюсь, кого именно. Все это обойдется недешево. И твой земельный участок, разумеется, будет продан для покрытия расходов. Ну, а теперь догадайся, кто его купит. Ну что ж, пожалуй, ты прав. Я с тобой согласен. Не слава богу. Но вместо того, чтобы напугать меня, ты разбудил во мне дьявола. Кто думает, что пьяница – существо беспомощное, этот болван? Пьяница – существо особенное, и возможности у него тоже особенные. Я еще сумею постоять за себя. И сейчас у меня просто руки чешутся схватиться с кем-нибудь. Молодец, молодец, молодец. Дашь мне взаймы деньги, Мэри? Да. Без гарантии. Да. Знаешь, что шансов получить их обратно 1%. Да. Пьяница способен на любую подлость, Тит. Не верю я тебе. И деньги отдашь мне прямо в руки? Когда прикажешь. Я же говорил, что нельзя давать. А я дам. На этой неделе принесешь? Да. В среду? Да. А сейчас у тебя не найдется $2? Ты у меня в умных никогда не числился, Ид. А тебе известно, что даже первоначальный курс лечения обойдется около $1000? Ну и пусть. Игра интересная. Это не шахматы, а покер. А я когда-то был хорошим покеристом, Ид. Даже слишком хорошим. Ты делаешь ставку на то, что мой лук пойдет в обеспечение займа. И вторая твоя ставка. Такое количество виски на $1000 убьет меня, и к тебе в руки свалится аэропорт. Как тебе не стыдно, Дэнни? А мне ничего не стыдно, я тебя предупреждал. Неужели ты действительно не веришь, что я хочу тебе добра? Нет. Но я могу сделать, как ты хочешь. Но довольно, я уже весь высох. Бутылка пустая. Ухожу.
значит, $1000. Хорошо. Никаких гарантий, никаких расписок, ничего. Только не воображай, пожалуйста, Ид, что я такой, как прежде. Вот эта вот моя подружка во мне камня на камне не оставила. Ни совести нет, ни чести, ничего. Ох, и посмеюсь я над тобой. А на большее не рассчитывай. Я прошу тебя только об одном. Начни. Попробуй. Пообещать я могу, Ид. Но я надеюсь, ты уже понял, что стоит обещание пьяницы. Принеси деньги, принеси. Можешь оставаться здесь сколько хочешь. Мой дом, твой дом. И так до среды. Ставку. Не настолько же он изменился. Где-то среди этих обломков был Дэнни. Я не допускал мысли, чтобы он отрубил от себя этого Дэнни Тейлора. Я любил Дэнни и был готов на то, о чем он говорил. Был готов. И все произошло именно так, как говорил Дэнни Тейлор. Расчет оказался точным. Благодаря своему имению, этому лугу, Дэнни Тейлор оказался тоже втянутым в игру, но как жертва. И что он может сделать? Положение его в сущности безвыходно. Если он откажется продать луг, его упрячут в сумасшедший дом, только и всего. Так не лучше ли, в конце концов, отдать этот лакомый кусок старому другу, который, по крайней мере, верит ему и готов дать деньги без расписки, чем своре дельцов во главе с мистером Бейкером? Но это еще не все. Война ведется на два, если не на три фронта. И на каждом из фронтов Итану неизменно сопутствует удача. Случайный разговор с приятелем, банковским кассиром Джоем Морфи, и в руках у него оказывается очень важная нить. Скажите, Итан, верно я слыхал, будто ваш хозяин собирается в Италию? Не знаю. Странно, что он до сих пор туда ни разу не съездил. Итальянцы такие горячие родственники. Он говорил, что приехал сюда 40 лет назад? Что-то не верится. 35 или 37, может быть. Но не 40. Что, я должен быть очень туп? Если 40, это получается 1920 год. Все еще не дошло? Ну что ж, может быть, я в самом деле он приехал 20-й, может, я ошибаюсь. Что, мне пора, то не успею прибрать в лавке. Вы меня перехитрили. Стали бы допытываться, черта с два, я вам сказал. Ну, вот вы молчите, значит, я должен говорить. В 1921 году вышел первый чрезвычайный закон об эмиграции. Ну что? В 20-м он мог сюда приехать. В 21-м едва ли. Ну и что? Значит, так подсказывает мне смекалка, он приехал сюда после 21-го, но с черного хода. И значит, он не может поехать в Италию только лишь потому, что не может получить визу на обратный выезд. Вы, наверное, соскучились о жарком сицилийском солнце. Оно у вас там очень жаркое. Я у вас там был во время войны.
Я еще не решил окончательно. Почему? Слишком много времени прошло. Целых 40 лет. Я теперь там и не знаю никого. Ну, у вас ведь есть там родные. Они меня не знают. Ну, 40 лет это долгий срок. Вы в каком году сюда приехали? В 920-м. Давно, очень давно. А ты умен, мальчуган, и ты хороший друг. Слушай, старый мальчуган, слушай. Да. Весь воскресный день я раздумывал. Даже в церкви я раздумывал. Наверное, все о том щедром подарке. А ты сам умен. Да, видно, не очень-то бы работал на себя, а не на хозяина. Ты сколько лет здесь? 12. Вот тут и есть, что 12. Не слишком ли долго, как по-вашему, а? И ты ни разу не положил в карман ни одного цента. Ничего не унес домой, не записав в книжку. Честность, мой рэкет. Ты не шути. Я проверял, я знаю. Ну что ж, прицепите мне медаль на грудь. Шутишь. Все воруют. Кто больше, кто меньше, а ты нет, я знаю. Может быть, я задумал уж украсть все сразу? Слушай, мальчуган. Брось свои шутки. Хочешь, я возьму тебя компаньоном. А капитал? Мое жалование? Что-нибудь придумай. Ага, тогда я ничего не смогу украсть у вас, не обокрав самого себя. Ты все шутишь. Но ты ведь и так не крадешь. Вы не слыхали, что я сказал? Может, я задумал украсть все сразу? Знаете, Альфа, лучший способ скрыть свои настоящие побуждения – это говорить правду. На что ты мелешь? Ars est celera artem. Hic erat demonstrandum. Хотите холодной кока-колы? Мне больно. Вот тут. Да полно. Не такие уж вы старые, чтобы возиться с больным желудком. Вам ведь еще нет и 50. 52. Желудок у меня действительно больной. Ну, допустим, допустим. И, значит, вы приехали 12-летним, если это было в 20-м году. Рано же начинают учить латынь в Сицилии. Два, два, четыре, пять, шесть, восемь, восемь. Звонить вечером просим. Нью-Йорк? Это федеральное бюро? Вы здесь уже были? Вы откуда? Из Министерства юстиции. Правосудие творите, да? Да. По крайней мере, льщу себя такой надеждой. Но сегодня я здесь неофициально и даже не уверен, что в отделе одобрили бы эту поездку. Но у меня сегодня свободный день. Чем могу служить? Дело довольно сложное, и просто не понимаю, с чего начать. Очень непривычно. Знаете, Холли, я служу 12 лет и первый раз встречаю с чем-нибудь подобным. Если не ошибаюсь, ваша фамилия Уолдер? Ричард Уолдер. Мистер Уолдер, меня того и гляди начнут осаждать покупатели, не понимаю, почему до сих пор их нет.
Так что, пожалуйста, выкладывайте поскорее. Что-нибудь случилось? Мне что-нибудь грозит? Какие-нибудь неприятности? На моей работе с какими только типами не встречаешься. Бандиты, лгуны, жулики, хапуги, умные, глупые. Иной раз терпение вот-вот лопнет, пока найдешь верный тон. Понятно? Ничего не понятно. Слушайте, Олдер. И не такой уж я дурак. Вы хотите изловить моего хозяина Маруллу? Уже изловили. За что? Нелегальный въезд. Мое дело маленькое. Мне дают досье, выполняю все, что от меня требуется. Судит, решает его участь другие. Его вышлют? Да. Он собирается протестовать? Может быть, я могу чем-нибудь помочь ему? Нет, протестовать он не хочет. Признал себя виновным, уедет и дело с концом. Подумай только. Ну, хорошо, а я-то тут при чем? Я обещал Марулу съездить сюда. Он хочет передать вам лавку. Вы смотрите. Я до сих пор не могу прийти в себя. Делаешь свое дело и большей частью с кем сталкиваешься? С разной сволочью. А если привык возиться с жульем, хапугами и бродягами с разным жульем, там, то порядочный человек тебя просто на повал уложит. Вы сказали порядочный человек? Ну, знаете, нашли порядочного. Мой хозяин такой кремешек, только держись. Да, знаю. Мы сами в этом виноваты. Он мне много чего порассказал, и я ему верю. Он выучил, что написано на постаменте статуи свободы еще до приезда сюда. Вызубрил наизусть декларацию независимости, а потом вдруг не пускают. Но он все-таки пробрался. Помог ему один добрый человек, ободрал его как липку и высадил, не доезжая до берега. Добирайся в прибой, сам как знаешь. Он не сразу уразумел, что такое Америка. Потом разобрался, постиг, что к чему. Сколачивай деньгу, себе, думаю, в первую очередь. Постиг. Он малый и не глупый. Так что он не очень огорчился, когда на него донесли. Донесли? Ну, конечно. Долго ли звонок по телефону, только и всего. А кто же это? Ну, поди узнай. Почему же он не скрылся? Устал. Так устал, что сил больше нет. Я противила ему все. Деньги у него есть, решил вернуться в Сицилию. Все-таки я ничего не понимаю. Что вы там сказали насчет лавки? Он вроде меня. Я привык возиться с разным жульем, такая у меня работа. А порядочный человек портит мне всю механику, я заношусь не весь куда. Словом, плохо дело. Один только человек не пробовал его обсчитать, надувать. Не воровал, не конючил. Марула пытался научить этого дурня, как надо блюсти свои интересы в нашей свободной стране. Но этому простофилии уроки впрок не пошли. Он долго вас побаивался. Все старался понять, в чем ваш рэкет. И, наконец, понял, в чем. В честности. Что, если это ошибка? Нет, говорит, нет, все так и есть. Ему хочется превратить вас в своего рода памятник тому, во что он когда-то верил. Документы передачи лавки мне в машине, вам остается только зарегистрировать его. Чего я не понимаю? Да я сам не уверен, что понимаю. Вы же знаете, как он говорит с пятой на десятой, вот я и пытаюсь вам перевести то, что он мне пытался втолковать. Человек вроде устроен так, чтобы действовать в одном определенном направлении. Если он вдруг меняет его, что-то там ломается, и нарезка света долой. Словом, плохо дело. Или, говорит, это вроде расчетов за электричество, когда сам себе квитанцию выписываешь. Напутаешь что-нибудь, расплачивайся потом. А вы, так сказать, его в нос авансом.
чтобы свет не выключили, чтобы огонь не погас. Вы-то сюда зачем приехали? Не знаю. Что-то меня погнало. Может быть, тоже, чтобы огонь не погас. Это называется возмездие добром. То, что случилось с Итаном Алленом Хоули. И это страшно. Понимаете, человек нуждается в моральном оправдании своих поступков. Будь то хоть подлое и затрепанное, все так делают. И когда человек внезапно открывает, что принципы, которые он предал, как неприменимые к действительности и устарелые, на самом деле являются единственно истинными, а все остальное ложь и паскудство, когда на человека сваливается такое, то ему очень и очень трудно такое перенести. Это рана, от которой трудно оправиться. Впрочем, трудно было еще и раньше. Трудно было, потому что человек живет не один. Трудно было, потому что есть дети. Дети Итана Аллена Хоули решили принять участие в телевизионном конкурсе на лучшее сочинение «За что я люблю Америку». Победителям обещаны награды, выступления по телевидению, поездка в Вашингтон. И вот уже несколько недель, как юный Хоули, Аллен и Эллен живут надеждой на успех. Так что ты думаешь о своем будущем? О чем? О будущем. Разве вам в школе не говорят о таких вещах? Что будущее в ваших руках? Он хочет попасть на телевидение. А что? Один мальчишка, ему всего 13 лет, выиграл в телевикторину 130 тысяч долларов. А потом оказалось, что это было подстроено. Все равно 130 тысяч у него остались. А моральная сторона вопроса тебя не беспокоит? Чего? Когда столько денег? Значит, ты не считаешь это нечестно? Подумаешь, все так делают. Бы чем философствовать, лучше последил за своими манерами. Как ты сидишь? Сядь прямо. Как дела у тебя в школе? Нормально. Я не понимаю, что это значит, хорошо или плохо? Ну, хорошо. Нельзя любезну. Хорошо. Ты собираешься писать сочинение на тему о твоей любви к Америке? Судя по тому, что ты решил погубить Америку, ты, очевидно, передумал. Как это? Погубить? Ну, разве можно любить по-честному, поступая нечестно? Да ну, папа, все так делают. Разве можно любить по-честному, поступая нечестно? И это говорит человек, который убил друга и предал искренне расположенного к нему хозяина. И с этой же стороны, со стороны детей, приходит самый тяжелый удар. Против всякого ожидания, сочинение Аллена Хоули «За что я люблю Америку» премировано на конкурсе. В семье торжество, все ликуют, в семье знаменитость, все поздравляют Аллена, все радуются, и только Итан не может радоваться. Это плата за успех. И в радости ему чудится какой-то подвох, какая-то опасность. И предчувствие не обманывает его. И день, на который назначен торжественный обед в семье Хоули, становится для него, для Итана, как говорится, судным днем. Еще в лавке он узнает о смерти Дэнни Тейлора. Дэнни Тейлора, тело Дэнни Тейлора нашли в погребе старого дома Тейлоров на том самом лугу, рядом с ящиком виски. Согласно завещанию, заблаговременно составленному Дэнни Тейлору, Итан становится законным владельцем луга. Ну что ж, на это он, кажется, и рассчитывал. Но теперь, после этой истории с Марула, он бы дорого дал, чтобы его планы не осуществились.
А когда он приходит домой, его ждет новый удар. Я телевизионной студии Данском Брокешлин. Я вас слушаю. Мы не хотим гласности. Скандал с викториной выбил у нас почву из-под ног. Приходится быть осторожным. Год выдался очень тяжел. Сейчас очень опасное время. Может быть, вы мне все-таки скажете, в чем дело? Вы читали сочинение вашего сына «Я люблю Америку»? Нет, не читал. Он хотел преподнести мне сюрприз. И преподнес. Я просто не знаю, как мы сразу это не обнаружили. Однако факт остается фактом. Прочтите, где отчеркнут. Надерган отовсюду. Тут и Даниил Уэбстер, и Джефферсон. И даже, господи, прости, кусочек из второй вступительной речи Линкольна. Я просто не знаю, как это проскочило. Наверное, потому что сочинений было не сотни. Хорошо. Что вам от меня нужно? Мне нужно, чтобы вы все забыли. Как будто ничего и не было. И если вы согласны, мы тоже так сделаем. Как будто ничего и не было. Забыть это нелегко. Слушайте. Я просто говорю, чтобы вы держали язык за зубами. И не причиняли нам никаких неприятностей. Год был тяжелый. Перед президентскими выборами придерутся к чему угодно. Никаких неприятностей не будет. Я так и знал. Я так и говорил там у нас. Я поинтересовался вами. У вас хорошее досье. Вы из почтенной семьи. Теперь, может быть, вы уйдете. Смею вас уверить. Я понимаю ваши чувства. Все так делают. Кому повезет, кому нет. Ты в этом уверен? Ты что, газет не читаешь? Все до одного, до самой верхушки. Почитай газеты. Как начнешь витать в облаках, так читай газеты. Все так делают. И ты сам, наверное, когда-нибудь так делал. Нечего на мне отыгрываться. Плевал я на все. Ляжешь спать, Итан? Нет, еще радость моя. Опять куда-нибудь пойдешь? Да, пойду погуляю. Пора спать, на улице дожди. Тебе непременно нужно уходить. Есть место, где мне надо побывать. Возьми дождевик. Опять забудешь. Да, милая. Я с тобой. Ты что придумала, глупышка?
Пойдем на кухню, я тебя умою. Возьми меня с собой. Ты больше не вернешься. Что ты придумала, чучело? Конечно, вернусь. Я всегда возвращаюсь. Пойди ляг и усни. Самой же будет лучше. Так не возьмешь? Тебя туда не пустят. Тебе что, хочется стоять в одной рубашке на улице одной? Это неправда, что есть содружество огней, единый мировой костер. Всяк из нас несет свой огонек, свой собственный, одинокий огонек. Мой огонь погас. Нет ничего на свете темнее, чем обгоревший фитиль. Когда гаснет огонь, становится так темно, что лучше бы он совсем не горел. Мир полон темных обломков крушения. Есть лучший способ, известный тем марулы, которые жили в Древнем Риме. Приходит час, когда надо достойным образом, тихо, без скандалов, без сцен, никого не наказуя, ни себя, ни своих близких, уйти. Простился, сел в теплую ванну и отворил вены. Или темное море, и бритвенные лезвия. Итак, шрамы оказались смертельными. Человек один, и душа одна. Нельзя на время отречься от самого себя и потом вернуться в старую уютную шкуру. Нельзя временно отменить законы человечности с тем, чтобы потом восстановить их после того, как цель будет достигнута. За это приходится слишком дорого платить. Платить самим собой. И смерть тут была бы слишком легким выходом. Итан Алленхоули так и не перерезал себе вены. Не перерезал, потому что нашел в кармане розовый камушек, семейный талисман, который сунула туда в последний момент дочь. Нашел он этот камушек и понял, что его долг терпеливо нести свой крест ради детей, ради дочери, для того, чтобы хотя бы ее предостеречь от того, что с ним случилось, чтобы не погас еще один огонек. Такова история доброго человека в современной Америке. Что еще можно добавить к этому? Пожалуй, авторское предисловие, несколько строк, которые Стейнбек предпосылает всему роману. Читателям, которые станут доискиваться, какие реальные люди и места описаны здесь под вымышленными именами и названиями, я бы посоветовал посмотреть вокруг себя и заглянуть в собственную душу, так как в этом романе рассказано о том, что происходит сегодня почти во всей Америке.